Всех зовут на замечательный проект Gamers, чудесный неизведанный мир, войны кланов, захватывающие квесты и битвы с боссами. На данный момент на проекте один RPG-сервер, Winterfell. Но уже скоро будет открытие еще двух серверов, DayZ и Minigames. Зову всех поиграть там со мной, вступить в мой клан и уничтожать всех врагов. До встречи на GameX. Что ж, всем привет, с вами Масте. В этом видео я расскажу о том, как поставить собственный мониторинг для вашего сайта по игре Minecraft. Для этого нам понадобится данный сайт skins.fulldefismod.ru, ваш сервер, в основном IP-адрес и порт, и сайт, на котором мы будем вставлять мониторинг. Например, я вставлю его в этот блок. Вот, я тут тестировал. Будет выглядеть примерно так. Что ж, давайте начнем. Заходим на данный сайт, нажимаем полоски, нажимаем далее. Здесь выбираем количество серверов за один код, так сказать, сколько будет. Я выберу один, чтобы вам было яснее. Здесь вводим IP, здесь порт и здесь MotoD, то есть название. Вот, у меня Minigames написано. Дальше указываем размер мониторинга в пикселях. Я напишу 240, так как к этому шаблону он идеально вписывается под 240. Здесь выбираем дизайн мониторинга, я выберу второй. Нажимаем получить мониторинг. Дальше копируем данный код и переходим в админ панель нашего сайта. Здесь нажимаем список всех разделов, шаблоны сайта. И здесь ищем mine.tpl. Вот он. Тут можете вручную поискать, а можете нажать Ctrl-F, английскую F, и набрать игровые сервера. Ну или как у вас там будет написано. Вот мы ее нашли. Здесь будет, наверное, много BR. Вы их можете удалить и вместо них поставить данный код, который мы взяли с генератора мониторинга. Все, файл успешно скопирован, обновляем. Вот наш, собственно, мониторинг. Также, в принципе, есть много других генераторов мониторинга, но это просто самый простой, сейчас решил вам обозревать. Что еще хочу сказать? Также завтра будет стрим, скорее всего. Переходите в мою группу ВКонтакте, нажимайте на самую последнюю запись, вот, многие этого ждали, и наконец-то он будет о тотальной настройке проекта Minecraft, как я с нуля все делаю, лаунчер, сайт, сервер, ну, для начинающих администраторов, так сказать. Будет он 10 мая, ну, в субботу в 15:00 по московскому времени. Возможно, конечно же, может быть, я и не смогу стрим начать. Если так получится, то тогда ожидайте от меня просто отдельных видео о настройках проекта. А сейчас я также хочу всех поздравить с 9 мая, с Днем Победы, друзья. Поздравляйте ветеранов, говорите им спасибо, потому что действительно заслужили. Ну и поздравляйте друг друга. Сейчас ВКонтакте как раз 9 подарков бесплатно. Да? На этом, думаю, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Басты. Я пошел играть в GameX.